О возрасте женщины говорить не принято, но жительница нашего города Мария Баранова – исключение. Цветы, подарки, пожелания – все в честь именинницы. Мария Григорьевна отметила свой юбилей – 90 лет. Да, белый знак, нам бы так жить. Вот нам бы тогда жить. Человек с большой жизненной дорогой, переживший все вехи в истории становления страны, свидетель Великой Отечественной войны. Почти всю свою жизнь посвятила торговле. В 40-м году поступила на курсы бухгалтера в Бирск. В 41-м началась война, курсы закрыли. Вернулась на родину, в деревню Алексеевка. Здесь, на родной земле, познакомилась со своим будущим мужем. Одинокий молодой человек, он на 2 года постарше меня. Он с 20-го, я с 22-го. Сегодня подъедет в вырубку туда, подвезет меня до Алексеевки, завтра подъедет. Вот так вот познакомились с ним. Ну и в войну мы поженились, в 43-м году в марте мы уже с ним поженились. Поженились и прожили вместе 40 лет. Вместе с мужем, ветераном и инвалидом войны, она вырастила и воспитала 4 детей. Сейчас ее радуют 7 внуков, 8 правнуков и 1 праправнучка. Секрет долголетия, как говорит сама Мария Григорьевна, это отсутствие вредных привычек и соблюдение поста. И четверг, и пятница, и все посты в году, 4 поста всегда ел. Теперь все. И я так легко это все приняла. Как будто я всегда с молоду говела. Ни один пост я не нарушила. Долгожительница чувствует большую поддержку со стороны родственников, а в такие приятные минуты, как сейчас, радуется особо. Гости пожелали Марии Барановой доброго здоровья и бодрого духа. Говорят, что дано прожить долгую жизнь не каждому, а, как уверяет Мария Григорьевна, главное – захотеть. Динара Доминова, Ильнур Ганиев, новости.